Можно вас попросить, чтобы вы поддержали белый лист? Пожалуйста. Вот. И вы в курсе, что вы сейчас нарушаете закон о массовых мероприятиях в Беларуси? Нет, но приятно. Вы знаете, что задержали журналистов в Бресте с белым листом за незаконное массовое мероприятие и посадили их на сутки и дали штрафы? Нет, не слышал. Как не вы слышал. К этому относитесь вообще? Я отношусь к этому, как это сказать, с непониманием, с большим долей непонимания. Ой, вы хотите, чтобы меня тоже на административное правонарушение написали? Можно вас сфотографировать с медведем? Вы знаете, что вы сейчас совершаете незаконное пикетирование, то есть нарушаете закон Республики Беларусь? Почему? В 2012 году журналисток, которые фотографировались с медведями, посадили на ночь в центр изоляции и потом дали штраф по 3 миллиона. Ужас какой. Я поцелую Мишу. Мы за свободу мирных собраний. Каждый имеет право делать то, что ему нравится, и высказывать свое мнение и так далее. Слышка. Чтобы вы знали, вы сейчас нарушаете закон о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. И... То есть в 2012 году журналистки, которые фотографировались с плюшевыми медведями, они сидели ночь в центре изоляции, потом им дали штраф по 3 миллиона. Угу. Как вы к этому относитесь? Ну ладно, придет штраф, так мы будем платить. А вы в курсе, что вы нарушаете сейчас закон о массовых мероприятиях в Республике Беларусь? Не, мы не нарушаем. По закону вы должны за 15 дней до встречи больше 3 человек подать заявление, чтобы его рассмотрели и потом собираться. Подойдись, ребята, к этим бабкам, вот им это распишись. Ребята, а можно попросить вас похлопать в ладоши? Вот. Вы знаете, что вы сейчас нарушаете закон о массовых мероприятиях. А как вы относитесь вообще к свободе мирных собраний? Положительно, я за. Но именно за мирных собраний. Чтобы это не переросло в какую-то вакханалию. Потому что все можно решить мирным путем, без насилия. Это нормальное право каждого гражданина. Я считаю, что... Государство у нас слишком закручивает гайки в этом отношении. И как вы думаете, как можно добиться того, чтобы в Беларуси проходили мирные собрания? В первую очередь не запрещать их. Власть у нас не прислушивается к мирным каким-то проявлениям мнения. Развитие самое, чтобы, как во всех цивилизованных странах, люди могли высказать свое мнение, вот, которое может не совпадать с мнением руководства. Если дать свободу нашему народу, то это может плачевно закончиться. Когда человек один, он мало чего значит. Когда людей много, это уже общество. Естественно, это мнение уже более крупного масштаба. Мы находимся на разрешенном массовом мероприятии, и сейчас я буду нарушать закон, скрывая свое лицо. О чем вообще речь? По поводу массовых мероприятий в Беларуси. Класс. Закон о массовых мероприятиях. Можно? Не против? Блин, а. Давай я сейчас расскажу. Паша, я в стороночку. Чего это? Слушай, нет, я... Нас взыскивает милиция. Вы на что меня подписали? Я в это не верю. Все, точка.